Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Подсветка Нижнего Новгорода к юбилею обойдется лишь в 3 раза дешевле всего юбилея Кирова. Мэрия Нижнего Новгорода выделяет 148 миллионов рублей на подсветку зданий к празднованию 800-летия города. Гордума одобрила такое решение и внесла поправки в план на ближайшие 3 года. А все деньги, что получит Киров на празднование 650-летия, это 450 миллионов рублей. Это расходы на реставрацию исторических зданий, проведение развлекательных мероприятий, создание памятных материалов, посвященных истории города. Сумма прописана в плане, утвержденном правительством России. Правда, кировские чиновники под финансирование работ к юбилею подгоняют и планы по нацпроектам, и тогда сумма возрастает до 6,5 миллиардов рублей. Программа «Экономика». Малый и средний бизнес стал больше кредитоваться. В 2020 году по сравнению с 2019 объем выданных им кредитов вырос почти на 6%. За год банки выдали 45,5 миллиардов рублей. Кредитный портфель среднего и малого бизнеса за год увеличился на 17% и составил 26,5 миллиардов. Доля просроченной задолженности снизилась с 7,5% до 5,5%. Об этом сообщают в кировском отделении Волговятского главного управления Банка России. Также там подсчитали размеры реструктуризации кредитов, выданных ранее малому бизнесу. Решения были приняты из-за карантинных мер. С 20 марта по 29 декабря банки Кировской области реструктурировали кредиты малому и среднему бизнесу на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Более миллиарда кредитов по собственным программам и 600 миллионов в рамках федерального законодательства. Экономика на 101 FM. Налоговая ждет денег от пострадавшего от пандемии бизнеса. Закончилась отсрочка по налогам. Она действовала до конца 2020 года. По данным ФНС, по заявлениям налогоплательщиков предоставлены отсрочки на общую сумму 225 миллионов рублей. Теперь пришло время расчетов, иначе можно перейти в категорию должников и столкнуться с рисками банкротства, поскольку мораторий на иски со стороны кредиторов прекращен тоже. Кроме того, налоговики применяют к должникам такие меры, как приостановка операций по счетам в банках, арест имущества, передача долга на взыскание в службу судебных приставов. В 2020 году в целом по области за несвоевременную плату налогов и взносов должникам начислены пени на общую сумму 672 миллиона рублей. Экономика. В завершение валютах доллар сегодня уже 76,15, евро стоит 90 рублей 5 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.